Такие виражи водитель отечественного автомобиля стал исполнять, когда заметил машину ДПС, попытался скрыться и не реагировал на требования остановиться. В погоню за нарушителем отправились сразу несколько полицейских экипажей. Садись! По полям и по встречке. В попытках скрыться водитель нарушил все правила движения. Погоня велась сначала в самом Аткарске, потом в его окрестностях. Лишь когда нарушитель выехал за пределы города, полицейские смогли начать стрельбу. Один предупредительный выстрел, три уже по колесам автомобиля. Только тогда машину удалось остановить, а нарушителя задержать. При задержании водитель оказался в нетрезвом состоянии. Управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения, в связи с чем был задержан и доставлен в мировой судебный участок. Там судьей было вынесено наказание в виде 30 тысяч штрафов. Легко отделался, говорят полицейские. Нарушителю выписали только штраф, поскольку он инвалид второй группы. Без этого смягчающего обстоятельства мужчина мог бы получить реальный тюремный срок. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.